начну с того, что декабрь для нас, для представительства Республики Крым, для президента Российской Федерации, особый месяц. Мы всегда в этот месяц подводим итоги нашей деятельности, итоги, которые касаются внешнеэкономических связей, инвестиционного и делового сотрудничества Республики Крым. И в этот раз я хочу особо поблагодарить Андрея Геннадьевича Назарова, деловую Россию в целом, за то, что они присоединились к нашим усилиям проводить эти мероприятия, приглашать свет российского и московского бизнеса для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы проинформировать вас о том, что делается на нашей благодатной крымской земле, которая, безусловно, нуждается сегодня в серьезном инвестиционном подкреплении и в поддержке всех наших сограждан, всех наших партнеров, которые готовы поднимать на высокий уровень нашу республику. Прежде всего, хочу отметить важность вовлечения деловой России с двух точек зрения. Первое, это, конечно же, задача преодоления блокады Крыма. Это не санкции против Крыма. Против России, да, есть определенные санкции. Россия успешно справляется. Крым объявлена тотальная блокада. Транспортная, продовольственная, водная блокада. Нарушаются массовым порядком права человека, потому что крымчане лишены западными государствами свободы передвижения, общения со своими даже родственниками и семьями, потому что, как вы знаете, в Крыму проживают национальные общины, такие как болгарская, немецкая, греческая, эстонская и многие другие. И крымчанам закрывают доступ в страны Запада. С чем это связано? Наши оппоненты не хотят, чтобы о Крыме слышали правду, видели правду. Но, тем не менее, усилиями Совета Министров, главы Республики удается прорывать эту блокаду, потому что у нас только за текущий год побывало в Крыму более 100 иностранных делегаций. Это и общественные деятели, и представители бизнеса, которые, возвращаясь в свои страны, а многие из них как раз из европейских стран приезжают, были делегации из Соединенных Штатов Америки. Я уже не говорю о таких традиционных партнерах, как Турция, Израиль, Китай, Индия. Они приезжают и, конечно же, рассказывают о том, насколько спокойно, гармонично и мирно живет наша республика. Прорыв этой блокады – дело всеобщее. Причем я, заметьте, не говорю, что эта блокада международная. Вы знаете, когда в Крыму не найдешь отделение Почты России, когда в Крыму не работают ведущие наши телефонные, мобильные, так сказать, операторы, когда нет практически крупнейших топовых банков, корпораций, то это вызывает массу вопросов не у нас с вами. Мы знаем вообще всю подноготную этой ситуации, а прежде всего у наших зарубежных партнеров. Они говорят, а как же нам общаться с внешним миром, а как нам осуществлять переводы. Китайцы вообще абсолютно четко говорят, нам нужен здесь Сбербанк. Без Сбербанка, вот мы признаем Сбербанк, без него мы работать не можем. Это все тормозит, безусловно, развитие Крыма, это создает препятствия, а я это в грубой форме, извините, но называю дезертирством. Если страна сказала, Крым наш, если наш президент не побоялся и сказал это же самое, то наши ведущие представители бизнеса уже давно должны работать в Крыму. Причем, я не хочу, чтобы здесь было некое лукавство, потому что я читаю массу интервью представителей одного, другого крупного российского банка, которые говорят о том, какие их тяжелые последствия санкционные ожидают в том случае, если они зайдут в Крым. Мы не зовем никого зайти в Крым поодиночку. В атаку и, так сказать, в бой солдаты поодиночку не ходят. Зайти должны все единовременно, с конкретной абсолютно датой,
и, может быть, даже по какому-то нормативному акту, и начать работу в Крыму. Кто-то будет больше работать, кто-то меньше, но весь мир будет знать, что Крым реально наш, в том числе и с точки зрения ведения бизнеса в нашей республике. И вторая важнейшая задача – это, конечно же, использование потенциала свободной экономической зоны. Эта задача тесным образом связана с первой, потому что свободная экономическая зона, как правило, это именно та точка роста, именно то пространство и территория, куда заходят многочисленные фирмы, они там регистрируются. Это, по моему опыту как дипломата и международника, тысячи, десятки и сотни тысяч иностранных и местных компаний. У нас пока еще до этого дела не дошло. Мы исчисляем сотнями наши компании, и многие из них являются чисто крымскими. Это положение, конечно, нужно менять, и здесь нам помощь деловой России также нужна, как и в первом вопросе. Тем более, что деловую Россию возглавляют видные люди и в бизнесе, и в наших административных структурах, как Борис Юрьевич Титов является, так сказать, представителем при президенте. И мы рассчитываем, что именно бизнес-сообщество должно сказать слово в решении этих важнейших вопросов, от решения которых мы выстраиваем всю последующую стратегию развития Республики Крым, которую мы буквально недавно обсуждали под руководством Сергея Валерьевича на Совете министров Республики. И пришли к этим выводам, что обязательно эти вопросы необходимо решить. Ведь мировой опыт работы свободных экономических зон показывает, что у каждой крупной экономики, у Соединенных Штатов это Делавэр, там еще ряд точек, у Великобритании остров Мэн и Виргинские острова, у китайцев Гонконг и так далее, у России тоже должна быть своя такая точка, которая помогает, создавать особые сферы, в которых бизнес работает более активно и открыто. Для этого необходимо, конечно же, и вносить предложение совершенствования законодательства по свободной экономической зоне, в том числе и, трастовая форма ведения бизнеса, когда бенефициары наши прикрыты трастовой формой и не являются объектом шантажа и давления со стороны наших оппонентов и, прямо скажем, врагов. Безусловно, очень важно отметить, что ситуация в мире в отношении Крыма меняется в позитивную сторону. После прихода избранного президента Трампа в Соединенных Штатах Америки и его заявления о том, что «я знаю», сказал он, «что Крым хочет быть там, где он есть, то есть в России, а не там, где он был раньше, то есть на Украине». После этого стала меняться и тональность наших западных партнеров. К Крыму стали относиться лояльнее. Я думаю, что наш Ялтинский международный экономический форум в полной мере должен использовать этот тренд, эту тенденцию, которая проявляется сейчас в мире. Извините. Здесь присутствует член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Федоровна Кавитили. Мы с ней недавно побывали на Бахрейне, это крупный финансовый центр арабского мира. И бахрейнцы проявили неподдельный интерес именно к Крыму. И мы с Ольгой Федоровной побывали на аудиенции у короля Бахрейна. Нас очень просили о том, наши бахрейнские партнеры, чтобы мы помогли продвигать детище короля, презентацию Бахрейна, наш Бахрейн. И мне кажется, что можно было бы пригласить такого рода крупных партнеров и на наш Ялтинский форум, и, возможно, и посмотреть вопросы организации такого рода презентации. Заканчивая, хочу отметить, что мы, безусловно, должны поддерживать наши институты развития. В Крыму это корпорация развития Крыма,
А в Москве это государственное автономное учреждение, которое учреждено Советом министра Республики Крым, деловой и культурный центр Республики Крым, который общается со всеми торговыми миссиями, представительствами главными основных компаний и корпораций, которые размещены в Москве, поэтому добро пожаловать к нам тоже. Цель у нас одна. Сергею Валерьевичу себя цитировать неудобно, а мне удобно и даже приятно. Он говорит, что Крым должен стать эталонным субъектом Российской Федерации.